название такое, Мейроско. Ну окей, две леги есть, но это я говорю... Добро пожаловать в Overwatch, в зимнюю сказку. Ну что, ребята, добро пожаловать в обновление, которое вышло 12 декабря. И в сегодняшнем обновлении мы увидим 7 новых легендарных скинов, которые добавили вместе с этим обновлением. И пооткрываем, ребята, 25 новых контейнеров. Я еще пока что купил, но не посмотрел, как это называется, контейнеры. Просто зимние контейнеры. 25 зимних контейнеров. С вас лайки, сменяйте контейнеры, и мы начинаем открывать. Надеемся хотя бы на 2, минимум 2 легендарки. А потом уже посмотрим из того, что мы могли выбить. Поэтому... Так, первый эпик пошел. Это обычные монеты, окей. Мы могли бы сделать так, чтобы... Мы выкупили бы все говяные скины из... других ненужных нам, грубо говоря, ну, я хотел сказать коллекции, но не коллекции, но вы поняли, ненужные нам скины, чтобы как можно меньше дубликатов выпадало. И у нас был бы шанс только на новые предметы из зимнего контейнера. Но я так делать не буду, потому что банально это нужно очень много монет потратить на это. Поэтому нет, извините, мы будем просто открывать. Это все тут, видите, только реплики. Мне не особо интересно реплики смотреть, граффити смотреть, мне интереснее всего смотреть скины. Хоть, может быть, какая-то, не знаю, вот граффити может быть интересно. О, ну-ка, это эмоция даже. Не эмоция, это поза, да, это стойка. Только с мечом. Победная поза. Ну, ваше здоровье, как говорится. На Новый год у нас Гензи бухнет немножечко. А драться, кто будет Гензи, кто будет объект защищать? Блин, это, кстати, карта, которая один на один в дуэлях, а она зимняя теперь, я вот это что не заметил. Надо будет обязательно поиграть в новый режим, обязательно я в него поиграю, ребята, но не в этой серии, это точно, потому что у нас сегодня серия посвящена только открытию контейнеров. Так, эмоция старая, но... Хоть и эпик, но эмоция старая, нам нужно что-то новое. Воу! Нихуя себе! Три эпика! В первый раз вижу! Гармония... И лавины. Это, я не знаю, это по-моему, старый облик, да? Мне кажется, это старый облик на Лусио. Я не особо реально помню, но... Ладно, Лусио, оставайся здесь. У меня вроде как Лего на Лусио, поэтому я не хочу особо на это менять. Поехали дальше. Пиу. Опа, первая Лего, и это да! Это новая, да? Это же новая Лего Красавчик-Пляжник. Немножко странно, конечно, что пляжник зимой, но в этом, наверное, есть какая-то суть. Он же чокнутый. Ну, может быть, и проебался немного. И отлично, наша первая Лего это Красавчик-Пляжник. И именно он отправляется у меня в коллекцию и как также меняется на... вместо фейерверка, который у меня был. Так, ну, тут ничего интересного. Эта победная поза, по-моему, даже старая. По-моему, это даже старая победная поза. Но Лусь, блять, Красавчик, он новый. Ну, как минимум, он был в небольшом видео от Blizzard, которое как раз-таки приурочено к этому обновлению. В нем был Красавчик-Пляжник. Наверное, тоже. Ну, я, может быть, блять, даже буду ошибаться, потому что Йети Уинстон, это точно старый скин. Это я просто помню, что был Йети Уинстон. Но Красавчика-Пляжника я вообще не помню. Да я, вообще, вы заметили, ребята, что-то вообще мы мало в Overwatch играем. По-моему, мне кажется, нужно исправлять эту ситуацию. Потому что, я знаю, вы меня просите, но просто у меня есть приоритеты в других играх. Я не особо хочу пока что снимать Overwatch. Ну, потому что, банально, вы хотите, но активности намного меньше, чем на других видео, которые я снимаю. Поэтому я не прям, знаете, не в таком приоритете снимаю Overwatch. Но новый режим обязательно мы затестим. Он, по крайней мере, должен быть интересным. У нас остается всего лишь 10 контейнеров. Это безумно маловато. Но у нас выпал первый скин на Мойру. Наконец-то у нас будет Мойра хотя бы не дефолтная. У нас будет такая Мойра. Ну, я не знаю, по-моему, даже дефолтная красивее, чем это. Ну, кому как, ребят, это все вкусовщина. Да, пошло одно говно. У нас одна Лего и вторую мы не ждем. Так, дико извиняюсь, небольшие лаги. Я так понял, у нас выпала одна Лего, а вторую мы не ждем, да? Эх, обидно, конечно, обидно. Опа, Лего, Лего, новая, 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 новая. Да, новая Лего, но... Лего в плане новая, что это старая Лего, но... Новая Лего, это... Новая Лего в коллекцию. Я помню,
Я помню эту Мэй. Что лучше спасать? Нет, мне кажется, это лучше. Потому что спасатель, ну спасатель, ну... Что с него взять? Спасатель. Просто спасатель. А тут у нас новогоднее. Мэй Роско. Лол, ты название такое, Мэй Роско. Ну окей, две леги есть, но это я говорю... Ёб твою мать, что? Ёбаный в рот! Знаете, в чем сам прикол-то, ебать? Я вот этого вообще никак не ожидал. Щелкунчик — это старая лего на Дзиньяту. Ёбаный в рот, что творится? И... Охуеть. Нормально мы две леги выбили, которые планировали. Нормально, ребята, нормально. Ух, ебать, красавчик. Но это я не хочу Дракула, я хочу Стужу. Все, я поставлю Жнеца Стужу. Чуваки, я думаю, этот случай явно заслуживает лайкос. Ну, это реально пиздец. Я в первый раз такое вижу. Ну, две — это вообще редкость. Но три! Похуй, что одна из лег — это монеты. Ну, блядь, три. Три. Это пиздец. Я сейчас просто понимаю, что это... Это сумасшествие небольшое. Но... Выбили мы одну новую, прям абсолютно новую легу. Но... Хотелось бы немножко другие новые леги, конечно, выбить. Как раз таки давайте мы посмотрим, где у нас новые леги. Так, это у нас тут нету ничего вот этого вот нашего зимнего. Может быть, есть на Ану. Полярная сова. Вот! Вот новая лего. Полярная сова. 3000 стоит у нас... Ну, все, в принципе, новые леги стоят 3000. В плане того, что... Ну, вот. Зимний вам кейс, зимняя сказка. Получаете лего за 3000. Но вы можете купить только зимой. Именно в это обновление. Потому что дальше все вот так, будет вот так. С корсаром. Все, хуй вы там корсар купите. Только из контейнера Хэллоуин. Сука. Полярная сова, в принципе, классная. Классно. Прикольный скин, но... Я не любитель играть за Мэй. Не особо любитель вообще играть за саппортов. Хотя Мойра немножко будет это желание играть за саппортов. По-моему, за Бастиона тоже. Лавина. Да. И в видосе была лавина. Вот этот новый, да? Вот, по-моему, еще Бастион. Вот. Что-то мне кажется, да. Что-то мне точно кажется. По-моему, можно... Блядь, сова. Сука, сова. Что ты вообще, блядь, не заметил? Сова! Вместо птички сова. Классно. Классно. Бастион еще в шапочке такой модненький. Классно. Классно. Мне нравится. Классный скин. Гензи, по-моему, нету. Нет. Дзиньята. Дзиньята старый есть, щелкунчик, а нового нету. Хорошо. Жнец. Жнеца легендарки у нас нету. У нас есть только Стужа эпическая. Что тоже неплохо. И, по-моему, Стужа даже это старая. Старая. Если я не ошибаюсь. Ну, это, естественно, мы тут уже посмотрели, заценили. Со всех сторон красавчик наш, пляжник. Молодец, братан. Все, теперь ты, блядь, будешь зимой. Вот так вот. Кстати, я в первый раз... Подождите, тут описание раньше было? Мне кажется, описание раньше не было здесь. Да. Ну, на Думфиста почему-то вообще ничего не сделали. Окей. Лусио. Лусио у нас... Нет, на Лусио ничего тоже у нас нету из лег. Макри, может быть, есть. И на Макри нет. Серьезно? Мойра. Тоже ничего нет. Да, серьезно, блядь. Новый персонаж. Мне кажется, на нового персонажа стоило бы выпустить. Стоило бы выпустить какую-нибудь лего новую в честь зимней сказки. Но как видите, блять, пока вообще ничего нет. Рейнхард, может быть. Даже Рейнхарда нет. Может, мне кажется, даже у Трейсер есть. Кажется, есть у Трейсер. Ебать, вы смотрите, мы сейчас просто смотрим всех. И практически никого нет. Сейчас вот будут какие-то прям неожиданные герои. Альпинист. Вот этого я точно не помню. И, скорее всего, это и есть новая лего. В принципе, мы можем посмотреть, где новые леги... В самом главном меню там есть вот эти 7 как раз таки лег. Они там в снежки играют, и мы можем посмотреть, какие из них новые леги. Но я особо так не хочу смотреть. Поэтому Альпини 76. Пиздатый скин.
очень классно. Сомбра. Напишите в комментах, ребята, какие вам скины понравились из вот этого обновления, именно новые которые. То есть, может быть, вам старые нравятся, но именно из новых. Вот посмотрите на Сомбру. Просто это другая девица. Это просто другая девица. Блять, какая же она классная. Какая же она... Я бы ее купил, я серьезно, я бы ее купил, если бы у меня было 3000 монет. Но у меня их нету, поэтому я их... Поэтому я не куплю эту классную Сомбру. Обидно. Санта Бьорн, это старый, это просто максимально, я помню, старый. Я даже помню эту заставочку, где стоял вот этот Санта Бьорн, и там вокруг него стояли там Мэй, еще кто-то. Эльф-помощник старый. Ну, блин, подождите, мы разве 7 посмотрели? А она раз, Бастион 2, Красавчик 3, Солдат 4, Сомбра 5, еще... А, ну-ка, подождите, подождите, Трейсер. Трейсер мы посмотрели, да? Трейсер мы посмотрели. Турбосвин. Турболень был. А вот Турбоморжа не было. Турбоморжа это точно не было. Бля, пиздато. Вот он реально похож, посмотрите, просто на моржа похож. Это вам не Турбосвин, это реально Турбоморж. Блять. Сука. Я теперь что-то перехотел Сомбру брать, я бы взял этого толстячка. Ну, потому что реально, посмотрите, какой же он красивый. Блять, Blizzard умеет, конечно, ебашить эти скины, я ебал. Так классно делать... Эх, у них, блядь, все классно. Никогда не мог сказать про Blizzard что-то плохое, вот серьезно. Вот я про двух разработчиков могу сказать, вот что они пиздаты, что никаких нареканий к ним нет. Это Blizzard и Riot. Riot Games. Все. Ну, может быть, Psyonix я бы отнес к ним. Ну да, в принципе, Psyonix тоже, но из таких, знаете, прям масштабных глобальных разработчиков. По-моему, еще и у Ханзу, да, последний? Воин на прогулке, да. Вот наши 7 лек. Воин на прогулке, это, блядь, просто, не знаю. Батя, блядь, турбоморжа вышел такой. Шо, блядь, вы что тут рыбачите? Ой, сука. Я сейчас, блядь, порыбачу вам. Воин на прогулке, блядь. Воин на зимней прогулочке у нас тут. Вот такие, в принципе, пиздатые скины, ребята. Я надеюсь, что вы реально поставите лайкос. И напишите обязательно в комментариях, какой скин вам лично понравился. На этом я закончу этот ролик. Спасибо огромнейшее, что посмотрели его. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlyGK. Всем удачи, всем пока.